Доминика, прощай. Иди сюда. Глаза разбегаются, знаешь, куда смотрю. Ой, Ник, смотри, он в порядке? Это же нянька, Ник. Акула, нянька. Малыш, ты в порядке? Мне кажется, у них тихий час, нет? Нянька устала нянчить. Вокруг, да, Доминика? Сверху, справа, слева. Очень много сколько. Из-за освещения, наверное, да? Ника, вернись в семью. Вот откуда музыка, оказывается, была, да? Это зебровая акула. Почему они все спят? О, смотри, смотри, Доминик, вот там кто. Эй, привет! Что за тихий час? Ника, вернись! Нет, зайка, иди по кругу. Поздоровается он или не поздоровается? Ой, какой! Привет, привет! Вылезет сейчас. Привет! Какой милый.
давай, надо кинуть монетку и загадать желание. Да. Так, второе. Хочу миллион. Молодец. Ну что, Доминик, поделись впечатлениями. Мне очень это все понравилось. Тебе понравилось, потому что ты любишь рыбок, да? Да, там еще открылись новые места с тюленями. Нет, тюлени были. Кто появился? Крокодил. Да, крокодил с самого начала, но мы заходим, и нас встречает такой крокодил. Вот, он был очень классный. Только жаль то, что второго этажа нет, потому что раньше на втором этаже были и крокодилы, и, по-моему, насекомые. Вот. Девушка, вы что-то путаете. Ладно, давай, малыш, что у нас? Ну что ж, всем пока-пока, было очень классно, всем советую это место. Пока-пока.